пятницу в Самарской области облачно с прояснениями, местами осадки в виде небольшого дождя. Возможно, гроза. Температура воздуха днем от 14 до 19 тепла, ночью 7-9 выше 0. Ветер южный, юго-западный, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани небольшая облачность, осадки в виде дождя. Днем плюс 17 градусов, ночью плюс 9. Юго-западный ветер, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти малооблачно, небольшой дождь. Днем плюс 15, ночью плюс 9 градусов. Ветер юго-западный, 4 метра в секунду. В Самаре облачно, возможен небольшой дождь. Плюс 14 градусов днем, ночью плюс 8. Ветер юго-западный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 84%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.